на канале Кулинарим с Викторией. Сегодня готовлю торт тирамису без выпечки. Тортик у нас будет с клубникой, тирамису с клубникой. Отличный десерт без выпечки, готовится все очень быстро, просто. Ингредиенты, которые нам понадобятся, вы видите на своем экране. Полное их количество я вам оставлю в описании под видео. Одну часть клубники я нарезала вот на такие небольшие кусочки. Другую часть я нарежу немного покрупнее. И не забываем оставить несколько клубничек крупненькими на украшение. Понадобится примерно 500 грамм клубники. Часть, которую я буду выкладывать по бокам, чтобы хорошо просматривалась в торте, я буду нарезать ломтиками. Следующий этап, нам нужно приготовить пюре из клубники или красных фруктов. Или вот такое, как я покупаю, уже готовое. Такое пюре можно сделать легко самим, перемолов клубнику погружным блендером. Либо проварить примерно 100 грамм клубники с сахаром на небольшом огне, и у вас получится сироп. Пюре переливаем в глубокую тарелку. И для приготовления крема нам понадобится маскарпоне, сливки, у меня сливки 30% жирности, и сахарная пудра. В емкость с высокими краями наливаю 250 мл жирных сливок. Желательно брать сливки не менее чем 30% жирности, а лучше даже 35%. И сливки должны быть очень холодными. И взбиваю миксером. Взбиваю до мягких пиков и добавляю 100 грамм сахарной пудры. И добавляю 500 грамм маскарпоне. Как приготовить маскарпоне, есть видео на моем канале, ссылку я вам оставлю в описании. И все еще раз немного перемешиваю миксером до загустения. Посмотрите, какой густой получился крем. Пробуем по вкусу. Вот мне достаточно сладко. Если вам недостаточно сладости, то добавьте еще немного сахарной пудры. Все готово, начинаем собирать тортик. Печенье я купила готовое. Если вы хотите приготовить сами, то есть много видео в YouTube. Смотрите и готовьте. Торт я буду собирать в разъемном кольце. Я его установила на диаметр 20 сантиметров. Донышко смазываю немного кремом, чтобы печенье не ерзало. Беру печенье, обмакиваю его в нашем пюре. И выкладываю в формочку. И продолжаю. Там, где у вас не получается печенье положить полностью, нужно отрезать небольшие кусочки и заполнить всю формочку. Первый слой я выложила, и теперь сверху накладываю крем. Половину крема примерно визуально делите на глаз и выкладываете половину крема. И все разравниваю. Сверху на крем выкладываем клубнику. По бокам я буду стараться выкладывать вот такие кусочки побольше, а в серединку можно любые. Сверху немного добавлю крема, так будет легче выкладывать следующий слой савоярди. Так у нас получится все ровнее. Немножечко выравниваем. И проделываем то же самое. Обмакиваем печенье савоярди в пюре клубники, выкладываем сверху, затем выкладываем крем и клубнику. И выкладываем оставшийся крем. Убираем тортик
на пару часов в холодильник. Тортик у меня простоял в холодильнике 1 час, мне было некогда. И сейчас я вот так немного провожу ножиком по краям. И убираю кондитерское кольцо. Посмотрите. И буквально готовится этот тортик буквально 30 минут, не больше. Торт на скорую руку. Сверху тортик подровняю. И по бокам. И теперь украшаем тортик. Я несколько клубничек специально оставила с листиками. Хорошо ее помыла и украшаю. Вот такой тортик у нас получился. Надеюсь, это видео вам понравилось. И вы приготовите такой вкусный тортик и порадуете своих близких и родных. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите мне ваши отзывы и пожелания. А я всем желаю прекрасного настроения, отличных вам тортиков. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.